Музейный, рассчитанный на долгосрочную перспективу культурный проект «18-й квартал» создан в прошлом году и успешно реализуется циклом тематических встреч в преддверии тысячелетия Бреста. Его цель – найти и объединить неравнодушных к летописи родного города жителей, краеведов, журналистов, музейщиков, историков, собрать как можно больше свежей информации, обнаружить новые, ранее неизвестные документы и факты об истории и жизни Бреста. Мы посвятили этот проект городу и брестчанам, и к нам приходят в гости те люди, которые являются, ну, вы знаете, людьми редкими в своей профессии, в своих увлечениях, в своих знаниях. То есть, в принципе, это высший пилотаж. Юбилейная 10-я встреча состояла из двух частей. Была посвящена архиву и его сотрудникам, которые собирают и сохраняют документальное богатство страны. Сначала слушатели познакомились с историей архива Брестской области, спецификой учреждения, его развитием, повседневной работой архивистов. Вторая часть мероприятия помогла разобраться брещанам, которые хотят узнать свои генеалогические корни. Как говорит архивист, всегда каждый день можно столкнуться с таким документом, который ты увидишь впервые, или там информацию, которую ты там найдешь, тоже никогда раньше не знал. Поэтому, безусловно, каждый день работа в архиве – это каждый день какие-то открытия. Безусловно, с учетом того, что следующий год для города Бреста очень знаковый, мы будем отмечать тысячелетие, и вот этот проект, 18-й квартал, он, скажем так, знакомит горожан и гостей города с различными страницами истории этого города. Вот, поэтому, безусловно, он вызывает интерес, и я думаю, что он очень полезен. Проект «18-й квартал» завершится в следующем году большой итоговой выставкой.